Я таз пайрым, гусиное перо. Этот праздник уходит корнями в глубокую древность. Жителями марийских, татарских, башкирских деревнях проводили коллективные обработки гусей, то есть общипывали этих гусей. По традиции в этот день заготавливали впрок гусиное мясо, щиплют пух на подушке приданья невестам. Марийской душой люди очень любят этот праздник, а гуси тоже их любят, не утруждая хозяек, сами идут к речке. Сегодня мы собрались на праздник Ятас-Пайрым, который проводится у Николаевой Светланы. Она проживает в деревне Кутленька Краснокамского района. Она участница фольклорного коллектива «Пеледыш» при Кутлинском сельском клубе. Она ежегодно содержит 20-25 гусей. Воссоздать атмосферу народного гуляния помог коллектив «Пеледыш». Целый день не умолкал веселый смех, прибаутки, приятные деревенскому люду хлопоты. Поздравляю вас! Сегодня праздник гусей в деревне Куртинка Карельского сельского поселения. Собрались все, гусей обрабатывали, сейчас готовимся. Подготовка идет к водоему. Все коромыслами, гармошками переодеты на марийские костюмы. Идем все на водоем и будем гулять праздник гусей. Желаю всем здоровья, счастья, долголетия, чтобы гусей было больше на будущий год. 19-й год, год свинья, это тоже, счастье свиньи тоже ласковые, хорошие, как гуси. Поздравляю всех этим праздником.